Клоуз надо нажать. А, этот сломанный, я забыл. Это что такое? Помогите, меня лифт съел! Всем привет! Сегодня обзор построек моего подписчика Исер Обама. Да, она очень красивая, написано сзади Чьяна, Обама, и С, это в английском говорится, что это его машина. Очень красивый декор, особенно у колес, раскраска довольно красивая тоже. Вот так, ну едет она красиво, вот эти колеса очень красиво крутятся. Она еще дрифтит как-то не по-обычному, а немного по-странному. Также есть тут разные клавиши R, ага. Включить можно подсветку и еще поршни, только они, кажется, ничего не делают. Это у нас получается резкое торможение. Можно его активировать, и тогда мы резко затормозим. Это получается для того, если мы будем на склонах гор, и нам нужно включить ручник, чтобы мы совсем не падали. Так просто остановиться. Так, ну давай следующую машинку. Очень красивая. Что-то я не понял, а что у него колеса так стоят? О, ну вот здесь уже ты внутри очень хорошо постарался. Как сюда залезть? Тут все без колесей. Так, здесь можно посидеть. Так, здесь есть тумбочки. Можно даже руки помыть. Так, ну давай, дай мне прокатиться. Так, тут есть кнопки. Камеры. Так, нажать на G. Вау. На этой машине можно активировать и дезактивировать поршни. Можно вверх подняться, можно вниз опуститься. Это что, пробок не было, да, наверное? Она тоже дрифтит, только уже поменьше, чем прошлая. А еще есть у тебя машинки такие? Или гараж для машинок? Ого. И все это построено из золота. Давай следующую машинку. Вау, вау, вот это вообще реально красиво. Обама таксит, что ли? Вау, посмотрите, она реально выглядит как настоящая машина. Я думаю, это лампочка. Все красивое, не рабочее. Почему дверь не открывается? Было так красиво. Так, ну впереди очень красиво. Вау, вот здесь можно посмотреть, что внутри. Здесь руль, очень красивые передачи. Даже можно включить звуки. Сзади тоже, о, даже ремень пристегивать есть. Едет тоже очень комфортно. Да, на такой машине такси, наверное, любой бы поехал, побил ты воду проходить. Так, давай следующую машинку. Так, следующее, вау, очень-очень реально красивый. Здесь у нас механизм прицепления. Ха, самый лучший механизм прицепления, просто гарпун. Ну, лучше придумать нельзя. Поехали. Давай попробуем прицепить. А куда мне стрелять? Прицепление не удалось. А, все, сейчас, подожди, да, я стреляю. Ой, куда-то я попал. Огонь. Все, готово. Я прицепил. А что, реально самый лучший, самый легкий способ так прицепиться. Реально самый. Он хорошо работает, во-первых. Во-вторых, легкий. Совсем не сложно. О, а мне уже места нет. О, я сзади хочу. Так. О, здесь. Я бы в таком покатался. Тут тортик, конфеты. Так, а давай еще что-нибудь. Возвращаемся на базу. Вау, здесь. Загружается что-то реально большое и красивое. Да, на полной скорости. Что это такое? Это, кажется, какая-то трасса. Вот, о, стоп, это как? Стой, стой, стой. Ты как за пределы воды вышел? Это же невозможно. И потом еще после этого сходить. Ты как это сделал? За пределы вышел? Это же невозможно. Ладно. Заходи. О, он перепрыгнул. Поехали. Подожди. О, парковка. Так, тут можно как-нибудь припарковаться аккуратненько. Так, все, я. Всё. Так, здесь у нас гараж. Что там внутри? А внутри? Ничего. О, здесь чертежи разные. Всякие. А тут один чертеж. Лестница. Ее можно подвидеть. Хорошо. Тот самый гараж, который ты мне скидывал. О, платформу можно поднять. А внутри? А внутри по... Двигатели. Реально какие-то разработки. Его хотели куда-то поставить. Шарниры, блоки, колеса. Сколько всего всякого. Я так понял, там должны машинки, да, вылазить? Гараж очень реально классный. Давай я туда загоню эту красивую машину.
Ой, авария. Кто меня стреляет? Так, куда же мне его запрыгнуть? Ау. Тут места нету, чтобы проехать. А, что происходит? Вон, козак есть, я только заметил. За что закрываете? А, ну давай. Давай дверь закроем. Мы ничего не делали, все так и было. Пошли дальше смотреть. У тебя есть. Так, вау, ну трава красивая. Лап такая бы бился бот. Ага, это, наверное, кухня, тут можно жарить, варить. Тут очень вкусное. Тут этого вкусного нет. Цветы. Мне кажется, или на тебе написано меню, что мы сегодня будем кушать. Переходим от этого к следующему. Я так понял, ты не достроил. Ладно, заходим. То, что есть. Диван большой. Столик прозрачный. О, холодильник. Ага. Дверь открыта, внутри ничего нет. О, здесь вешалка, да, вещи можно повесить. Робот-пылесос. Тоже получше. К розетке сделан. А он умеет реально ехать, там, пыль собирать? Нет? Я так и знал. Это просто, да? Ладно, пошлите. Я там видел бассейн. Бассейн. Купаться можно. Кораблик. О, а как на нем путь? На нем реально можно плавать. Ня-ня-ня. С мотором, что ли, по бассейну можно плавать? Так, я купаюсь. Воу-воу-воу. А как поглубже? Мы реально плаваем. Опускаемся, поднимаемся. Очень реалистично, как будто мы реально плаваем. Только мы не в режиме плавания. О, я остановил воду. Так, давай-ка сейчас прозрачность всего на 0% поставишь. Посмотрим, что у тебя здесь за механизм. Так, ну понятно. Все у нас в лед превратилось. Мотор у нас тут, оказывается, в голове лежал как раз. Получается, колеса стоят, которые замыкают, замыкают, и мы поднимаемся. Все это равномерно распределяется. И мы плаваем. Ой, только у нас сейчас все в лед превратилось. Вау! Самолет очень красивый. Очень-очень красивый. Давай спускай, смотрим. Он, наверное, механический. Я вижу тут пружинки разные. Что ты делаешь? Все, давай полетели. О, летает самолетик прикольненько, классненько, плавненько. А он может на колесах ехать, чтобы на посадочную полосу зайти? Так, давай-ка. О, ты уже загрузил аэропорт. Попробуй на нем приземлиться и еще потом на колесиках проехать. Сможет ли это сделать твой самолет? Давай. Огонь. Мы аэропорт разбили, кажется. Ну да, лифт на неожиданность очень медленный. Так, пока не заходим. Давайте пока что начнем вот сверху. Я попал в какую-то комнату. Open, close. Понятно. Это типа лифт, только уже маленький. Я так понял, здесь дверь заела, да? А вот здесь нет. Так, сажусь. Клоуз надо дать. А, это сломан, я забыл. Это что такое? Помогите, меня лифт съел! А, вот, всё. Давай, садись. Поехали. Ладно, хотя бы в лифте не застрял. Пошлите дальше. Тут у нас очень темно. Ага, мы пришли, значит, на начало. Вау. Есть двери на стёклышках. Они, мне кажется, должны крутиться.
А, обожаю такие двери. Очень прикольные. О, на них можно крутиться. А, это что такое? Ты что сделал? Хорошо, что в магазинах такой скорости нет. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Кеймс. Всем пока.